Илья, доброе утро. Речь не об Украине, поскольку в Украине геноцида нет. Однако он был по отношению к евреям. То, что случилось однажды, может повториться. Раз мы обнаружили такое явление, как геноцид, о котором, возможно, не знал Лев Николаевич Толстой, давайте пересмотрим его учение. Итак, евреи не только уничтожались за национальность, именно по признаку крови, но и многие не смогли даже выехать. Их не приняли в США, их не приняли в Кубе, им пришлось вернуться в Европу и там погибнуть. Именно по причине геноцида после Второй мировой войны было принято решение выделить евреям землю для собственного государства, для собственной военной защиты. Теперь давайте представим, что я еврей, и объясните мне, пожалуйста, как я должен был действовать во время Второй мировой, во время геноцида.